Уже завтра на телеканале НТВ мы увидим выступление Дианы Анкудиновой с кавером на композицию «Путь». Давайте же разберем историю этой трогательной песни, поговорим о турнирной таблице и последних новостях проекта «Show Must Go On» на телеканале НТВ. Не забывайте поставить лайк перед началом этого ролика. Турнирная таблица после 4 выпусков «Show Must Go On» на ваших экранах. Как мы видим, первое место занимает Карина Кокс, и отрыв от Дианы у нее составляет 20 баллов. А третью строчку занимает Юлия Паршута, и отставание от Дианы составляет 9 баллов. При учете, что баллы друг другу раздают сами участники, какой-либо прогноз относительно 5 выпуска я давать не берусь. Что же до самого номера? Как сообщает официальный источник, ссылка на который останется в описании, и далее цитата. В этот раз Диана исполнит песню «Путь» из репертуара заслуженной артистки России Ольги Кормухиной. Ольга Борисовна будет гостьей этого выпуска и лично послушает выступление Дианы, которое произвело на нее глубочайшее впечатление, как следует из опубликованного анонса. Композиция «Путь» имеет особую историю. Ее автором является предприниматель и общественный деятель города Тольятти Сергей Саватеев. Об истории создания этой песни рассказала Ольга Кормухина в интервью, которое она дала изданию «Комсомольская правда» в июле 2013 года. И далее еще одна цитата. «Эта песня про всех нас. Ее я пою и себе, и слушателям. Автор этой песни – наш товарищ Сергей. Он совсем не музыкант, занимается охранным бизнесом в Тольятти. У него была ситуация в жизни, когда он вышел на балкон и уже думал спрыгнуть с него. Тяжело ему было в ту минуту. И в этот момент к нему пришла эта песня. Она его и спасла. И не только Сергея. Композиция буквально вытаскивала людей из петли и указывала путь. Добрые сотни людей мне написали, что, услышав эту песню, поняли, куда им двигаться дальше. Понимаете, музыка и поэзия обладают удивительной силой». Конец цитаты. Вдруг услышишь голоса. Что же, композиция действительно крайне яркая, и Диана уже не первый раз ее исполняет. Думается, нас ждет грандиозное выступление. А я постараюсь записать реакцию на завтрашний номер Дианы в том или ином формате. Так что не забывайте подписываться на этот канал и слушать хорошую музыку. Всем замечательных выходных, и я очень надеюсь, что они будут действительно интересными. До новых встреч! Show Must Go On. Премьера в субботу в 20:20 на НТВ.